Награждение представителей трудовых коллективов предприятий Ленинского района уже стало доброй традицией на территории муниципалитета. Вдоль сервиса, куда приехал заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков, трудится более 500 человек. В структуру предприятия входит несколько подразделений, которые обеспечивают управление сетью автодорог местного значения и поддержание в чистоте и порядке территории всего района. Во вступительной речи заместитель главы администрации отметил важную роль, которую предприятие играет в жизни района. Очень приятно по поручению Валерия Николаевича находиться вот в таких крупных коллективах, как ваш. Сегодня, пожалуй, коллектива большего, чем Дорсервис, нет. И мы с уверенностью можем сказать, что у вас большое будущее, как у организации, с теми планами, которые ставит перед нами глава, теми планами, которые ставит перед нами губернатор Московской области. Безусловно, мы идем вперед, и это касается и содержания дворовых территорий, и наших дорог муниципальных. 30 работников МБУ «Дорсервис» были в этот день награждены памятными медалями. Объем работ, выполняемых предприятием, довольно широк. 270 километров автодорог, почти 330 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов и парковочных карманов, 285 детских и спортивных площадок, а также более 530 квадратных метров озеленения. А когда весь коллектив работает вот так дружно, это говорит о том, что действительно все заслуживают этой награды, и мы эти награждения будем продолжать, в том числе и в вашем коллективе. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.